А вы, народ, с вами Анастасия, мы продолжаем проходить Blade of Darkness. В прошлой серии мы закончили на очень-очень хреновой ноте. Тише. Хреновой ноте, потому что у нас с вами меньше половины жизни. Я не знаю, как мы будем с вами расправляться при таких-то обстоятельствах. Но надеюсь, что все будет хорошо. После того стресса, что я пережила в оазисе Ниджеп, с этими долбанными плитами, в которые надо стрелять, я вроде даже кое-чему и научилась, но не факт. Так, здесь будет немножко сложновато, хотя на самом деле ничего почти страшного здесь нет. Надо прыгать всего-то по вот этим вот. Ух ты, ё-моё. Да. Но это будет немного сложновато, но на самом деле зато тут не так страшно. Не ожидаешь никаких подвохов от игры. Просто прыгай себе и все. Правильно примеряйся. Все будет ок. Тише. Ага. Здесь надо разбежаться. Ага. Вот и все. Все неплохо. Последняя руна. Никогда не собирала все руны. Это стоит отметить. Богов из мест их обитания, закрыв для них свою работу и создание. И о том, как Спентамани наблюдала за землей с солнца. А Ианна поселилась на Луне, чтобы оттуда следить за ночью. С тех пор последовательность дней и ночей правит жизнью на Земле. Понятно. Теперь можете объяснять смену дня и ночи именно так. Только смотрите, чтоб вам по лбу не дали. Я думаю, что оружие можно, в принципе, сменить, да? Спентаманию, насколько я помню, это что-то богиня солнца, что ли? А вот Ангроманию это как раз-таки богиня тьмы. Если я ничего не путаю. Не разбираюсь я в зороастризме, ребят. Так что не обессудьте. Ой, Придется как-то это дело исправлять, ребят. Мне сейчас вообще никак нельзя погибать. Фух, полный пипец. Тише. Здесь-то мы с вами закончили, совсем нет. Вроде бы совсем мы здесь расправились. Вон еще остался. Поторопилась я. Покончим со всеми лучниками и будет все зашибись. Что ж мне так не везет-то? А, бутылка улетела. Ну ты придурок. Ладно, я вернусь за этой бутылкой. Хотя тут еще одна была. Куда же? Туда нам надо, да? Надеюсь, что я теперь найду эту бутылку. Тут еще выше? Куда? А, ясно. Хорошо. Так, она улетела куда-то влево. Пойдем искать. Господи, почему ты не умеешь спускаться по лестнице? Как ты вообще сюда дошла? Тут внизу что? У нас ничего. Топорик для этого, как его? Как его? Гнома. Я думаю, гном бы был рад тебя здесь повстречать, амазонка. Где бутылка моя? Вот теперь фиг поймешь. Я вроде забиралась туда. Он здесь же стоял, да? Бутылка, вот она. Но у меня их и так много, так что мы, естественно, с вами выпьем бутылочку. Нам сейчас жизни надо восстанавливать, ой, как резво. Все, тут на нас больше никто не охотится, ладно. И мы вышли с вами в другой стороне, насколько я понимаю.
Теперь займемся тем, что принесем в жертву огонь и воду. Если это можно, конечно, так назвать. Где бы факел-то взять? А! Как-то не везет. Не везет вообще совсем никак. Не могу я вывести никак. Никакую битву без ран. Тут святой огонь. Факела у нас с собой нет. Пошли за святой водой. У нас есть бутылка. Тише. Надеюсь, никто не обидится, что мы тут в ботинках в грязных в святую воду вошли. Все. И вот мне либо показалось, либо я слышала позади себя. Это, видимо, от меня. Пойдем за факелом. Я где-то видела факелы. Ёпа-мать, это тут откуда взялся? Я не припомню тебя здесь. Уходи. Угу. Все, нет у тебя никакого щита. А теперь отдай мне свое зелье здоровья. Ух, сложно. Ну, вроде потихонечку мы с вами восстанавливаемся. Не может не радовать. Чего тут? Алтарь воды, у меня как раз есть водичка. Хочешь водичку? Прям посерединке капнуло. Совсем чуть-чуть. Ну, отомри, пожалуйста. Оракул воды. Давай послушаем, что ты скажешь. Вода – это дар богов, поэтому мы жертвуем на жертвенный алтарь воду, ведь мы должны следить за великолепием богов. Ок. Я не припомню просто вот этого... Ой, тише. Я не припомню, чтобы тут был орк. А, сохраняемся. Не люблю я эти обрывы здесь, в Альфаруме. Тут где-то должны быть факелы. Неиспользованные. Открой. Где-то вот с этой стороны. На коробках. Да, вон. И вон еще куча факелов. Подбирай. Надеюсь, этот долбанный священный огонь не погаснет, пока я добегу до сюда. Да ёпа мать, а! Я испугалась! Быстрее! Мне уже пофигу, какое оружие. Как ты тут оказался? Это же жесть полная. Я охренела от страха. Я-то думаю, блин, где этот придурок? Кто тут доспехами своими звенькал? На тебе, пожалуйста. Фу, ну ты и мудак. Пипец. Нельзя ж так пугать. Факел аж воткнулся в землю. От такого мудака, как ты. Откуда они тут взялись? Я их не видела вообще. Тише. Еще тут, видать, где-то орк. Ё-моё. Я же слышала это сопение. Откуда вот оно? Так, тише. У него даже, видите, вот эти вот... Какое-то особое свечение вокруг него. Вокруг этого огня. Цыц, пошел в жопу.
Ну, оракул огня. Свет солнца — это огонь, который выковывает волю своих слуг в горне пустыни. Мы предлагаем вам священный огонь, что позволит нам наблюдать за вашим поведением. За поведением богов? Вы не обалдели? Так, я вот помню, что сейчас будет полный пипец. Рыцари. Не здесь. Пеппа! Господи! Я просто хренею с этих мудаков, серьезно. Они меня пугают. О, ты можешь сюда забраться, а? Вы должны забираться, уметь. Я отойду куда-нибудь на более открытое место. Чтобы вас видеть. Вон они. Ок. Погодите, мне показалось, что вас трое. Господи. Мне еще этого не хватало. Я не то нажала. А что ты задом-то пятишься? А что вы задом-то пятитесь? Я сохранюсь на этом моменте. Я теперь постоянно буду сохраняться. Во! Стойте там, стойте, стойте. Куда побежали-то? Главное, такие оба побежали, как по команде. Во, сдохни, падаль. Я надеюсь, что это они пришли как раз с того места, откуда я подумала. О, как же я перепугалась. Сегодня игра просто меня вообще выносит. Издевается надо мной, как последняя падла. Ахахахаха. Смешно вам, ё-моё. А мне нифига не смешно. Да, они, походу, вон оттуда пришли. Они должны вот тут стоять. У нас тут открылся, видите, замок. И тут как раз-таки должны быть эти придурки. Не знаю, сколько штук, но чувствую, что если игра меня сегодня решила напугать, то много. Голову с плеч. Мерзость. Ключ дворца. Ты тут один? Вроде один. Ох, как мне придется постараться, то чтобы не обложиться. Я реально боюсь. Я теперь начала бояться. Там была открытая местность, а здесь закрытая. Куда пойдем? Где они все? Где они все сипят? Где они все сипят? Я ничего понять не могу. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Такое ощущение, что где-то сзади. Да ты падаль, нет? Они просто не реагируют на некоторые твои удары. Не люблю я на лестнице сражаться, пипец. Да отойди ты, ну. Фак. Он меня убьет. Да смеялся. Игра усложняется, ребят. Все становится слишком сложно. Оттуда я вроде пришла.
А, нет, вот отсюда я пришла. Хорошо. Ну ладно. Давайте сначала низ обшарим. Нам тут надо все обчистить. О, недавно выпила. Бери. Наверх пока не пойду. Давай посмотрим, что здесь. Здесь я не была. Не досмотрела. Ничего, что ли? Здесь, видимо, мы еще побываем. Тут замочек у нас. Я-то думала, что оазис не джеб длинный. Но, как оказалось, альфа-рум будет куда дольше. Как мне кажется. Офигеть, их тут трое. Просто супер. Правильно, друг с другом подеритесь. Во. Я ненавижу этих черных рыцарей. Орки куда лучше. Фак. Эта падаль еще выпила, короче, зелье мое. Хотя это было его зелье, конечно. Ага. Благо, хоть создатели тут зелье оставили. Тут у нас копье, да? Копье и багор. Но нафиг не надо. Постоянно тут будет сохраняться, потому что это пипец. Понятно? Я знаю, куда мы идем с вами. Повезло сейчас. Ой, не-не-не, я не то хотела. Опа, а ты-то там как оказался? Ну ладно. Я запомню, что ты там есть. Надеюсь. Отсюда упал, видимо. Ага, я помнила, что ты здесь, да. Вот, походи теперь без щита. Отойдем-ка. Здесь ничего, да? Окей. Фуф. Ну, вашу ж мать. Тут сплошные черные рыцари. Сюда иди, придурок. Надеюсь, ты пока один. Я знаю, что вас тут трое. Но иди сюда. Вы двое. Двое пришло сюда. Угу, минус один. Амазонки тоже умеют кусаться. Ах ты тварь. Ну да ладно, мне твое зелье все равно нафиг не надо было. Но чувствую, что пригодится.
Да ты мразь! Пипец. Как же с вами сложно. Получи. Твое зелье тебя не спасет. Как же с вами сложно. Тут еще один должен быть. Я же помню, что их тут трое. Вы меня не обманете. Вниз он куда-то, что ли, ушел? Любуется. Вроде один. Погоди, как там красится? Подкрасться к нему не удастся. Как все в рифму. Просто потому, что там, по-моему, спрыгнешь и все, и пипец. Чуть не долбанулась просто с этой стены. Какая-то у него защита очень сильная. Пробивается плохо. О, то самое место. Святая вода где была? О, это для этого. Какого? Для варвара. И куда это ведет? Ясно, мы здесь были. Ну-ка, я еще не проверила, что там внизу. Господи, мне уже этот смех мерещится. Альфа-рум, однако, долгий, слушайте. Ё-моё. Вот мне мало того, что игра тут всякие сюрпризы преподносит с внезапностями. Так еще и на улице кто-то что-то роняет так громко. Ясно. Пускай будет открыто. Проветривается. Собственно, нам вообще не сюда. Нам в другое место. Мы просто походили тут. Уровня у нас давно нового не было. Вот это да. Эх-эх-эх. Я знаю, что я слишком часто сохраняюсь. Но что поделать? Вы видели, какая я мастерица в этой игре. Ждешь, да? Ждешь, чтобы устроить мне засаду? 15 тысяч, обалдеть. Ну давай, здоровяк. Угу. Тише, не делай больше никаких резких движений. Нет, 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 еще раз, нет. Когда он так ударяет, а ударяет он мощно, то происходит полное головокружение. Еще бы, такая махина. Не успел. Вообще, от него должен новый уровень передастся, насколько я помню. Если я вообще правильно помню. Нет, я неправильно помню. Ладно, пойдем. Почему от голема нельзя отрубить кусок? Хотя он, в принципе, и так куски разваливается. Привет! Как ты тут оказался? Объясни мне, пожалуйста. Это очень интересно, правда. Серьезно. Мне вообще очень интересно, как тут вы всю игру просто... Откуда появлялись-то? Ой, да не туда я опять смотрю. Я знаю, что это нифига не даст, но... Хоть что-нибудь.
Значит, тут чего? Дверь оракула. Предложил вам нашу воду, которая дарит нам жизнь, и наш огонь, который придает нам бесстрашие. Мы предлагаем вам меру, с помощью которой вы отделите благочестие и позволите ему стать частью вас. Мне, блин, уже кажется. У меня какие-то ключи есть? Да, у меня есть теперь ключ от склепа, а теперь надо идти вниз. Вы это слышали? Ох, какая жесть. Так, ладно. Берем дробилку. Потому что мертвых, точнее, живых мы там не встретим. Потому что это, черт возьми, склеп. Это они так дышат, твари. Но они не такие страшные на самом деле. Уж, по крайней мере, не страшнее, чем черные рыцари. Не надо меня обливать. Ты-то откуда взялся? Вот откуда они берутся вообще? Откуда они все берутся? Я тут никого не вижу. Они просто откуда появляются вообще? Непонятно. В общем, тут бы, по идее, хорошо взять этот факел. Но таскаться одновременно с факелом и с оружием — это плохая идея. Не знаю, может тут яркость выкрутить, потому что тут очень темно. Прям вообще темно, пипец. Полная муть. Бери, что ли. Подожжешь? Нет? Ну ладно. Это, наверное, первый раз, когда нам понадобился факел за игру вообще. Быстрее добегает, он погаснет. Во. Да будет свет. Зажечь тут можно что-нибудь? Можно. Что нельзя-то? Вы видали, он упал там. А, блин. Прикол, он просто шел и разбился. Он шел, упал и рассыпался в прах. Че за неудачник? Я, конечно, понимаю, над мертвыми, наверное, очень плохо смеяться, но, блин, это смешно. Это реально было смешно. У меня факел погас. Там еще один есть. Да, бери. Я не знаю, если вы не видели, то перемотайте, это реально было забавно. Так бежал меня встречать, что даже разбился. Надеюсь, вы будете гореть еще очень долго. Я просто все опасаюсь, что на меня тут могут в темноте напасть. Ну, так оно и случилось. Но я вас так более-менее вижу, не знаю, там YouTube увидит или нет. Факел, иди сюда. Чашу тоже можно поджечь.
Вот, кстати, да, здесь и должно быть новое оружие. Очень здорово. Я вспомнила об этом. Поджигаем. Я не знаю, зачем. Отдаем, блин, последнюю дань погибшим. Не, ну реально, то, как он бежал и разбился, это было вообще забавно. Впервые такое здесь встречаю. А вот и гарпун. Но мы с тобой еще вернемся. Сейчас я подожгу тут все. Ага. Подожги. Ну подожги, что ты как это, я не знаю. Типа надо новый факел тебе, а то так не кошерно, да? Ладно, давай выкинем алебарду, оставим здесь. Взамен. Где гарпун? Гарпун. Алло. Это гарпун. Угу. Гарпун. Выворот кишок. Класс. Понятно. А нам куда, собственно? Туда же, да? И там вроде уже все. Никаких этих. Да, сохраняемся. Давно не сохранялись. Тут сейчас надо будет быстро действовать. Точнее, за нами вон стены захлопнутся. Да ничего такого, все нормально. Подумаешь, стены приближаются. Мы-то здесь. Но они сейчас вообще захлопнутся, но все норм. Не переживайте. Посох. Мы сюда пришли за посохом, который нас будет по пути исцелять и давать свет. Все. До свидания. Ой. Как-то все резко затормозило, мне это не нравится. Вон, видите, меня посох немножечко исцеляет. Выкидывать его нельзя, он вернется на прежнее место. Но нам это и не понадобится, выкидывать его. Нам надо просто его донести. И вставить. В то отверстие, которое появилось, когда мы голема прибили. Теперь бы, блин, не потеряться. Сохранимся на всякий пожарный. Подождите-ка, я посмотрю, сколько у нас тут осталось времени. Еще осталось время. Нам, по-моему, сюда. Мне казалось, что путь будет гораздо меньше. Держи. Мне теперь не дают пошевелиться. Что такое? Вот мы и открыли дверь Оракула с вами. И посох опять исчез. Я не знаю почему. Сейчас тут будет полная драка. Полная жесть тут будет, ребят. Да, сразу видно, что разрабы тут явно вдохновлялись Египтом. Тут-ту. Тут-ту. Сколько их тут? Сколько тут этих падалей? И откуда они вообще идут? Ну да, вас тут либо двое, либо трое. Я вот не помню. Надеюсь, что двое. И сзади меня сейчас никого нет. Как там? Не так. Кстати, неплохо бьет. Отойди. Реально неплохо бьет. Да
Да ёб по мать, а. Что ж ты такой противный, а? Умри. Все. У кого-то из вас, по-моему, зелье было, я не ошибаюсь? Видимо, ошибаюсь. Ой, какая страшная музыка. Короче говоря, в чем смысл? Вы видели сейчас такой зелененький изумрудик? Вот. И этот изумруд... Там одного изумруда не хватает. Чего? Короче, изумруда там не хватает, и нам нужно найти один, чтобы открыть себе дверь. Мама, ты... Вот, вот игра меня сегодня вообще пугает не по-детски. Хотите хорроров, ребят? Вы хотите моей смерти? Серьезно. Вот сейчас ему вообще никак нельзя давать выпить зелье. Фух. Пей быстренько, быстренько. Пока этот яд тебя не убил. Пойдем. Тут где-то должен быть, короче, камушек. Вот здесь. Камушек. Вот он. Он у нас отразит луч и откроет дверь. Спуститься тут, конечно, нигде нельзя, да? Спускайся, короче, цивилизованно по лестнице. А что здесь? Понятно. В общем, нам нужно куда-нибудь сунуть камушек. Сейчас поищем, куда. Надеюсь, это все черные рыцари за уровень. Я уже заколебалась с ними, если честно. Здесь есть камень. Вон туда, наверное. Нет. А куда? Сюда. Здесь его нет. Дальше, насколько я помню, мертвецы и только. Надеюсь, что я не ошибаюсь и оружие взяла верно. Угу, сейчас тут будут скелетики появляться. На-на-на-на-на-на-на. Алло, я жду. Хотя бы тут посветлее сделаете. И то хорошо. По-моему, их тут четверо или трое, что ли. Не помню. Разучилась я делать комбо. Еще 300 у каждого. Почему бы мне уровень не поднять, а? Игра. Ты меня мучаешь уже сегодня, я не знаю сколько. Это третий или четвертый? По-моему, это четвертый. Все. Да. Все, вода сошла. Я знаю, ребят, что это уже конец уровня, но мы с вами на этом заканчиваем и продолжим в следующей серии. С вами была Анастасия. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.